Ветеранов комиссии по делам несовершеннолетних отметили цветами и грамотами. Торжественное заседание, посвященное столетию со дня образования комиссии по делам несовершеннолетних и защите прав, прошло в здании администрации курортного района. Мы с вами прекрасно понимаем, какая большая работа стоит за всем за этим. Огромная работа и важная работа. Сколько детских судеб, очень сложных порой, и они тесно переплетены судьбами их родителей, учителей, всех, кто так или иначе соприкасается с детьми. И все это требует постоянной заботы, внимания, сердечной чуткости. Это и есть, в общем-то, ваша работа. Всем огромное спасибо. Это наши дети. Это все наше. И поэтому только мы можем и должны все сделать так. А меня не касается и моя семья. Всех касается. Всех касается. Мои дети все гуляют, прыгают из эстрады вечера все вместе. Всех касается. Поэтому лучше одной семьей все вместе решать вопросы, если они есть. Я не буду много говорить. На самом деле приятно, что в нашем районе сложились хорошие рабочие отношения. Мы видим понимание, мы сами всегда готовы помочь. И аналогичную помощь получаем от всех субъектов профилактики детской правонарушений и преступности. Поэтому большое всем вам спасибо. Всех от всей души поздравляю от нашего коллектива с этим чудесным праздником. Все-таки 100 лет комиссии. Это, представляете, сколько судеб, сколько, как говорится, вернули на путь истины. Комиссии были созданы в 1918 году декретом Совета народных комиссаров. С тех пор история не раз их меняла, но суть и цели комиссии оставались прежними. Прежде всего, это защита прав и законных интересов несовершеннолетних, организация работы по выявлению безнадзорных детей и родителей, не выполняющих обязанности по содержанию и воспитанию детей. Изначально решение комиссии носит профилактический и предупредительный, и отнюдь не карающий характер. Сами участники заседания вспоминали, как комиссии в свое время помогли и повлияли на их жизнь. Так получилось в жизни, что я был и по ту сторону, и тоже попадал на комиссию по делам несовершеннолетних, будучи еще в школе. Вот. И это еще больше подчеркивает важность той работы, которую вы делаете. Потому что действительно в какой-то момент бывают плохие семьи. Я не могу сказать, что я жил в плохой семье. У меня была замечательная, великолепная семья. Но улица, штука такая, она всех нас пригревает, и туда попадают разные люди. И плохие дети, и хорошие дети, и хорошие дети с какими-то там мыслями, куда им двигаться дальше, не понимающие. Поэтому ваша задача, она действительно важна в том плане, чтобы в какой-то момент ребенок должен осознать, в общем-то, куда он идет, а куда заводит эта дорога. Мне, конечно, кажется, что та работа, которую вы проводите, она не просто важна, она иногда является определяющей. Потому что моя жизнь могла тоже пойти совершенно по другому пути. Еще раз всех вас поздравляю с праздником, здоровья, счастья, благополучия вам и вашим близким. Используя накопленный опыт, мы продолжаем профессиональную деятельность в сфере защиты прав детей. Стараемся повысить эффективность нашей работы. Хочу обратиться к ветеранам комиссии по делам несовершеннолетних. Мы с благодарностью оцениваем ваш труд в сфере профилактики, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Искренне желаем вам крепкого здоровья, оптимизма, благополучия, мира и добра. В нашем районе за 2017 год членами административной комиссии составлено 52 административных протокола по фактам нахождения несовершеннолетних в ночное время на улице без сопровождения. Сейчас на учете в подразделении по делам несовершеннолетних ОМВД Российской Федерации по курортному району находится 64 несовершеннолетних и 49 родителей, с которыми ведется индивидуальная работа.